Бандиты, всем привет! С вами Виги. Кстати, с нами на связи Мефодий. Поздоровайся. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте, ребят. Замечательно, замечательно. У парня, кстати, тоже есть очень хороший канал. Можете почекать, и все ссылочки в описании будут. В общем, пацаны. Вот, сейчас мы с ним будем развлекаться на БГ, также с нами еще тут парочка бандитов собралась. В общем, как обычно, будем сливаться. Мне очень много комментариев просили побегать в Рамсвойне, поэтому мы сделаем это более красиво. Я все время скидывал всех в проте при помощи Рева Дракона, но в этот раз мы сделаем при помощи ударной волны, Shockwave, если я не ошибаюсь по-английскому, и у шаманов как откидывание называется? Гром и молния. Гром и молния. Вот это будет намного интереснее, потому что она посильнее явно откидывает, чем мой Рев Дракона. Это будет намного лучше. Несутся! Да, пускай поближе. Там стан, отойди. Так. На. Вот этим парням даю стан. Не знаю, откинь какой. О! Я понял. Дальность действия. Минус один. Минус шаман. Хорошо. Сколько у тебя кулдаун на это? Я понял, в принципе, почти как у моего стана, если, конечно, по трем целям не попадаю. Господи. Вот это у меня тут дэмэдж. Минус друид. Да тут сейчас все закончится быстро. Так, надо как-то подводить. Да, вот я тут шамана как бы держал, но от моих экзекутов он быстренько улетает. Дезориентация, Хант. Куда ты полетел? Давай, даю стан. Бегу. Вот ДК, давай ДК. Что такое? От него что-то прилетело в него очень больное. Что-то очень больное. Что делаешь? Посмотри карту, открой. Все просто за тобой побежали. В смысле? А кто точки чекать будет, пацан? Давайте по точкам. Это как на Альтараке, на свифте, блин. Да, я помню, там все 40 человек за ним бегали, это было весело. Ой, так. Лады, что мы имеем? У нас есть две точки, захватили нашу ферму. Кто это у нас тут есть? У нас тут есть шаман. Вот было бы хорошо, если бы шаман туда отошел. Мы бы тут с тобой двоим поддефили, потому что они все идут, кстати, у них инкам на... У них инкам, я понял, хорошо. Так, сейчас они подойдут, ждем. Ждем здесь. Так, они хотят инкамить. Они... Он понял, в чем дело. Он понял. Нет, смотри, тут охотник по ходу шуток не понимает. Слушай, я сейчас топну. Сейчас, мне сон пройдет, подожди. Это шанс. Не-не, он просто решил отдаться. Смотри на это. Ты посмотри на это. Стой, сука. Ты что, думаешь, просто так от меня уйдешь? Чёртовы друиды, ничего жизни не учат, до свидания. Такой вышел, это же воин, шаман, просто ушел. И ДК тут же. Приветики, сладенький. Так ты у нас куда улетел вообще? Я вниз при помощи героического прыжка спрыгнул. Вижу тебя, вижу. До свидания, тоже мина. Слушай, пошли точку у них задефим, у них там два бича бегают, охотник полуживой и еще кто-то. Давай, сейчас я тебя догоню. А, так там всего-то охотник полуживой, его разбойник наш почти убил. И еще один там разбойник, я понял. Значит, сейчас займемся хантом. Привет, охотник! Я знаю, ты очень любишь дизаром. Получай. До свидания. Так. Я слышал, там зов разбойника где-то бегает. Надо вот сюда сделать прыжок. Чекать. Вот он сейчас вылезет, ставь тотем. Ага, ошеломление. Не успели, вот он! О, да, давай. Get ready, bitches! We'll be right back.
Вот тут Махач прям, слушай, битва! Батл! Замес. Как этот маг живет вообще? Минус маг. 1 600 000 экзекут. Сейчас бы среди всей этой битвы пойти точку чекнуть. Блин, Хант меня запалил, не дает чекнуть. Так надо с ним тогда разобраться. Стоит там ауе урончик. На тебе, дизаром. Что ты? Все. Это все на что способен. На тебе стан, экзекут, до свидания. Это прям заканчивается. Давай, такая, давай, покажи, что ты можешь. Даю бурсты. Колосс, смертельный, мощный. Как он живет? Еще парочку мощненьких. О, экзекут фаза, до свидания. Приз тут нахиливает. А я нахиливаю, нахиливаю, оно не нахиливает. Хорошо, вижу. Блин, слушай, а что за новая функция появилась у пристов? Умеет откидывать. Это вот прям... Это прям вообще... Шаманов по нерфили, у пристов забрали. Называется. Вручусь. Прям по центру ставит прист, надо его убить. Давай. Даю стан. Так, это не хекс. Это не пистол, второй должен. Угу. Даю минус исцеления ему. ХП себе повышаем. Ой, отъехал парень. Там бурсты! Берем! Погнали! Плюс 30 урона. Станчик даем. По ДК экзекутик. Не знаю. Ну и славненько. Хорошо на силу работаю, понял? Очень хорошо. Да. Просто устроили какой-то тупой замес возле флага. Так, в принципе, оно и славненько. Как написано у Blizzard? Стойте возле флага, получаете больше хонора. Вот мы это и делаем. В принципе, вот реально, самое главное, чтобы они сейчас додумали все точки забрать. Мы тут их кое-как удерживаем. Есть натиск. Надо приста забрать. Куда ты полетел? Натиск там. До свидания. Нормально. Шаманы, оказывается, тоже умеют удивлять. Сейчас фирмы вон. Так, охотник, давай дизаром. И вихря сюда царского. Минус прист. Насрать на все станы. Шаман решил по мне вдуплиться. Ой, слушай, по мне что-то вдупливается. Да, стоечка. Подхилим, хилит этот пацан. Что-то у меня малфох получается. Что-то у нас куда-то все делись. Кажется... Есть инфа, что пора сваливать. О, черт, они догадались бить наших хилов. Сваливаем. Сваливаем! Беги, лес, который дышит. Как говорится, свалил под шумок, никто и не узнал. Медали все почести мне. Ой, а я сейчас, кажется, откинусь. А, нет, живем еще, живем, хилимся, живем. Так, да, у нас все на месте. Я пойду тихо, молча чекну у них точку. Еще одну. Я свалил. Итого у меня 12-0, нормально, играем. 12-0. Да. Тут есть хил. I need you heal, шаман. Хоть кто-нибудь. Бандиты, всем привет, с вами Виги. Кстати, с нами на связи Мефодий. Поздоровайся. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте, ребят. Замечательно. У парня, кстати, тоже есть очень хороший канал. Можете почекать, и все ссылочки в описании будут. В общем, пацаны. Вот, сейчас мы с ним будем развлекаться на БГ. Также с нами еще потом парочка бандитов собралось. В общем, как обычно, будем сливаться. Мне очень много комментариев просили побегать в Worms Войне, поэтому мы сделаем это более красиво. Я все время скидывал всех в проте при помощи Рева Дракона, но в этот раз мы сделаем
при помощи ударной волны, шоквейв, если я не ошибаюсь по-английскому, и у шаманов как откидывание называется? Бандиты, всем привет, с вами Виги, кстати, с нами на связи Мефодий, поздоровайся. Ребята, здравствуйте, ребят. Замечательно, у парня, кстати, тоже есть очень хороший канал, можете почекать, свои все ссылочки в описании будут. В общем, пацаны, вот, сейчас мы с ним будем развлекаться на БГ, также с нами еще тут парочка бандитов собралась. В общем, как обычно, будем сливаться. Мне очень много комментариев просили побегать в Worms Войне, поэтому мы сделаем это более красиво. Я все время скидывал всех в проте при помощи Рева Дракона, но в этот раз мы сделаем при помощи ударной волны, шоквейв, если я не ошибаюсь по-английскому, и у шаманов как откидывание называется? Гром и молния. Гром и молния. Вот это будет намного интереснее, потому что она посильнее явно откидывает, чем мой Рев Дракона. Это будет намного лучше. Несутся! Да, пускай поближе. Там стан, отойди. Так. На. Вот этим парням даю стан. Не знаю, откинь какой. О! Я понял. Дальность действия. Минус один. Минус шаман. Хорошо. Сколько у тебя кулдаун на это? Я понял, в принципе, почти как у моего стана, если, конечно, по трём целям не попадаю. Господи. Вот это у меня тут дэмэдж. Минус друид. Да тут сейчас все закончится быстро. Так, надо как-то подводить. Да, вот я тут шамана как бы держал, но от моих экзекутов он быстренько улетает. Дезориентация, Хант. Куда ты полетел? Давай, даю стан. Бегу. Ладно. Вот ДК, давай. Что такое? От него что-то... Что-то прилетело в него очень больное. Что-то очень больное. Что делаешь? Посмотри карту, открой. Все просто за тобой побежали. В смысле? А кто точки чекать будет, пацан? Давайте по точкам. Это как на Альтараке, на свифте, блин. Да, я помню, там все 40 человек за ним бегали, это было весело. Ой, так. Лады, что мы имеем? У нас есть две точки, захватили нашу ферму. Кто это у нас тут есть? У нас тут есть шаман. Вот было бы хорошо, если бы шаман туда отошел. Мы бы тут с тобой вдвоем поддефили, потому что они все идут, кстати, у них инкам на... У них инкам, я понял, хорошо. Так, сейчас они подойдут, ждем. Ждем здесь. Так, они хотят инкамить. Они... Он понял, в чем дело. Он понял. Нет, смотри, тут охотник по ходу шуток не понимает. Слушай, я сейчас топну. Сейчас мне сон пройдет, подожди. Это шанс. Не-не, он просто решил отдаться. Смотри на это. Ты посмотри на это. Стой, сука. Ты что, думаешь, просто так от меня уйдешь? Чёртовы друиды, ничего жизни не учат, до свидания. Такой вышел, о, это же воин, шаман, ну просто... Арабы. С своими авторскими пла... О! Победа, они надышали в затылок. Смотри, 5 очков, 5 очков! Реально, 5 очков! Итак, что тут у нас, ДК, конечно, у них красавчик на уешил. 168 миллионов. Ну, хотя бы... По килами никто не догнал. Ну и славненько. Так, ну да ладно. Все, можно прощаться. Спасибо.